Вот, вот так, все, ура. Сейчас начинаем слаймик. У нас сегодня, значит, непоседливая сторона чудес. Я забыла включить вебку. Это обновление, которое новогодне-рождественское. Ну, как бы просто ивент. Непоседливая сторона чудес. Найдите мерцающего слайма, прячущегося каждый день в новом месте. Собирайте его особенные праздничные подарки. Вот, еще я пропустила галактический набор. Сейчас будем, наверное, с него начнем, который был в начале декабря. Второй ролик топовый, очень порадовал, да и первый тоже. Спасибо. Опять этот арт. Но он стоит у меня на фоне, что я сделал. Если что, Бубалуса из Симсов я, конечно, помню. В каком сезоне это было? Это, по-моему, 6-й сезон. Как тварь без крыльев и без поезда поднялась до Контерлота? Ну, там же есть вокруг гор. По железнодорожным путям. Как? Пешком. Песня заряжает зимним настроением. Да. Я, кстати, до сих пор не смотрел новогодний мульт по Pony Best Gift Ever. Зря. Смотрите, сейчас самое время. В общем, мы начнем с капсулы. С капсулы мы начнем. Значит, галактический набор включает... Нет, мы начнем с игрушки, она рядом. Короче, в него входит новая игрушечка, которая представляет из собой робота-пищалку. И это... Робота-пищалка, она успокаивает слаймов, которые будут одеты вот в эту новую модную капсулу. Первую. Слушайте, а куда все мои кристальные слаймы делись? Они реально все куда-то вымерли. Мне тут даже кинуть игрушку некому. А тут у меня тоже никого нет. Что-то у меня центральная моя часть обеднела. Хочу я вам сказать. Хотите робота? Надо мне этих слаймов, это самое, разжиться слаймами, что-то у меня их как бы не очень есть. Вот, и сейчас мы сходим, посмотрим саму капсулу. Энн-Мари подписалась на 11-й месяц подряд. Спасибо, их съели? Не знаю, или съели, или убежали. Ну, будем считать, что они убежали на волю. Вот, да, спасибо, Энн-Мари, за продление подписки. Хочу в Новый год сам посмотреть. Смотри. Тут чувство, когда будто слаймы прыгают, мешает тому говорить. И сильно громко слаймы прыгают? Вам меня не слышно из-за слаймов или что? Так, капсула. Галактическая модная капсула. Вот, она 200 монеток всего стоит. И сейчас посмотрим, с чего она крафтится. Так, она крафтится из плортов. Дикий мед у меня есть, отлично. И нам нужен только розовый плорт. Пойдемте соберем розовых плортов у кого-нибудь. Что у меня тут все? Че это вы отлыниваете? Работать. У спячку укатились. Сейчас розовых плортов соберем, забацаем себе капсулу. Энн-Мари, привет, ты как раз к слаймам пришла. Новости фото можно будет смотреть. Как обновить слаймов? У меня стимовская версия, поэтому у меня просто обновляется при загрузке. И причем DLC, по-моему, оно подтянуло само. Без каких-то этих самых моих телодвижений. Ну и, понятное дело, обновление, которое... Я пытаюсь понять, где находится этот, но не тут. Мерцающий, он где-то в сухом рифе за ранчо. А где это за ранчо? Ладно, сейчас мы сделаем, потом поищем. Он пить должен, поэтому его должно быть слышно, в принципе. Или вот там за ранчо. Ладно, давайте по порядку. Капсула, потом мерцающий поищем. Потом будем украшать елочку. На этом, наверное, на шустром ранчо, я думаю. Тут просто такая жаркая атмосфера, что-то не очень новогодняя, а на шустром, мне кажется, в самый раз будет. Так, и... любопытная... Галактическая модная капсула! Изготовить. Окей. Ладно, пойдемте на кристальных тестировать. Сейчас я ее куда-нибудь поставлю. Куда у меня тут? Есть у меня место поставить ее? А местов-то и нету.
в буквальном смысле. Давайте заберем наше место слайма пока и поставим галактическую модную капсулу. Вот, короче, эта капсула, этот наряд представляет из себя... Это сейчас соберу. Лазерный меч и... Как вот эта штука на глаз? Визор, да? Визор, по-моему, называется. Короче, вот, и... Ну, стой же ты. Короче, это вот такие. Они все с одинаковыми синими мечами, поэтому они... Все, очевидно, джедаи. Ну, раз. И они такие, короче, няши. Опасные няши просто. Порубят заживо. По-моему, очень миленькие. В лоб такой просто. Не, на вот этих они здорово смотрятся. Короче, и... Что, вас не кормят? Что-то вас не кормят. А, потому что я воды не принесла второму. Кстати, да, на дронов тоже можно навесить. Я Халк крушить. Вот, представляете, какая милота? Ну, теперь просто армия будет. Вот, и на Горда тоже можно, по-моему, навесить. Все. В общем, это ранчо захвачено, и, или наоборот, оно под охраной, я не знаю. Хорошо. Короче, вот такая модная капсула и игрушка, которая должна успокаивать тех слаймов, которые носят эту модную капсулу. И с этим еще добавили новый цвет с этим галактическим набором, рубин. Вот такой вот он... блестящий. Красный. Что-то у меня тут так все криво висит. Ну ладно. Короче, вот такая цветовая гамма. Красно-серебристо-голубая. Вот. Но я свой молочный коктейль, пожалуй, верну. Мне мой молочный коктейль очень дорог. Вот. И давайте капсулы оставшиеся тоже на кого-нибудь наденем. На куриц, по-моему, не надевается. Наденем на моих котов. У меня тут мега-коты. Так, кто у нас без капсулы модный? Тут у нас... Или у меня тут уже все модные современные? Что, серьезно все? Тут кто усатый, кто очкастый? Понятно, ладно. Тогда пойдемте наденем на... Этих. Иди обратно. Где? Нет, не прыгай. Не суицидься. Тогда наденем на этих самых... не понял. Вот видите, они убегают, заразы такие. А вас что, не кормят? Вас не кормят. Поэтому вы все разбежались кто куда. Они пошли захватывать империю. Бедняги. Почему игра остановилась? Перезагрузите F5 страницу. Крис будет дальше играть в персону? Ну, я очень надеюсь, что будет, потому что я как бы его столько просила, чтобы он в нее играл. Так что я надеюсь, что он в нее еще будет играть. Там просто грид начался. У тебя вода заканчивается. Воду наберем. Короче, F5 пишите, у кого... Хотя вы меня не слышите, да? Сейчас. Потому что, как бы, у меня стрим идет отлично. В плане пропущенных кадров нету, поэтому... Короче, еще. С этим галактическим набором обновился пруд. Текстура пруда, теперь она вот такая классная. Да, вот она такая классная. Тут норвочка какая-то, по-моему, нарисована, да. И лучше стала текстурка. Грибочки. Вот, давайте вот на этих товарищей навесим. Кто хочет быть модным и современным? Все. Штурмовики атакуют.
Ладно, пойдемте искать нашего модного слайма, мерцающего новогоднего. Что нам еще украшать? За ранчо это где, интересно? Тут? Там? Ну, давайте я облечу по кругу, потому что я не поняла, где. Поэтому давайте я просто проверю весь сухой риф, насколько смогу. Гринд закончится и начнется сюжет и новый дворец. Ну, это понятно, но вот этот гринд в японских играх. Мерцающий титанит. Просто я... вот это, кстати, это не только в персоне, в Дигимонах то же самое. Вот где-то во второй половине гринд становится просто, знаете, каким-то вообще мозговыносящим. То есть вот это вот реально просто гринд ради гринда. Так ощущение, что специально растягивают просто игру. Потому что, ну, можно было без этого обойтись, серьезно. О, новогодняя коробка. Алле. У нас звездное украшение. Где я? Новогодний город? Праздничный. А где он? Где дискотека? Почему меня не позвали? Чуваки, где у вас главный? Где у вас старшой? Так у меня кормить гордо нечем, даже если я его найду. Бар. Тягает курица. А что-то я без еды вышла вообще. Вы не знаете, почему я из дома вышла без еды? Пунь. Разбился и упали. Я такая классная. Слушайте, сегодня же действительно выходной. Может быть, праздничный гордо. Так, нет, это музыковаров. Окей. О, капсула, которую до сих пор не открывала. Вот это я лох. Спасибо. Спасибо. Вы очень щедры. А сейчас я куда-нибудь упаду, да? Потому что тут нету выхода, да? Или есть? Там есть выход, нет? Сейчас все растет. Вода заканчивается. А тут... Нет, воду исключаю. Можно набрать только, да? Да, из моря вода не набирается. Город-источник находится в пшистом покрове. Спасибо. Сходим потом. Тут же есть выход? Или нет? Тома любит странные места. Кто я? Где я? А где я реально? Мне уже... Да, слушайте, надо просто выкинуть через плотосборник. Ща. Я уже запуталась, где я, но это мы можем явно через коллектор передать. Вот это все. Окей. Ух. Это уже карьер пошел. Мое любимое бегать в темноте. Где я вообще нахожусь? Вот это я забрела непонятно куда. По идее, он вот тут, наверное, должен быть. Или нет? Это... Нет, это пирс. Ну, Аша, если ты в чате, подсказывай. Я заблудилась. В принципе, это неудивительно для меня. Вы меня знаете, я как-то могу, умею, практикую. Ничего себе у вас тут.
туса. Пожрали всех куриц. Иди в заросли, потом к порталу, который открывает Мяуровый гордо. Окей. В заросли, потом к порталу, который открывает Мяуровый гордо. Это мы с вами ночью ходим. В заросли. Потом сюда, да? Сюда? Я правильно иду? Вот этот портал открывал Мяуровый гордо, да? В него? Сделала круг. Ну чё я... Это самое. Я... Вы знаете, на чей стрим вы пришли. И тот в веб-портал. В веб-портал, все правильно? О! Оп! О! Это мы сзади к нему подошли. Боже. Боже. Она взорвалась. Оу, какая милота, смотрите. И, короче, он взрывается и оставляет после себя Вара. Где он? Отстань от наших блестяшек. Это наши блестяшки. Короче, он оставляет после себя вот такой круг красивых перезвонов. Они звенят, их можно отнести домой. Ну, короче, и вы правильно понимаете, из них можно составлять мелодию. Короче, я думаю, мы просто все заберем и поставим дома. Лопнул. Крипово. По какту уходит. Оповещение о видео пришло. Ну да, там в 3 часа должен был Майнкрафт выложиться. Короче. Чё? Ля диез. Соль. Фа. Ре. В общем, оно нотки, да? Ну и, естественно, это можно все собрать и выложить потом в свою мелодию. Короче, тут уже что-то, по-моему... Или мне кажется, или тут уже какая-то мелодия спаунится, как бы, да? Вот, можно эти штуки, в принципе, оставить и не трогать, а можно забрать, что мы сделаем к себе. Потому что, как бы... Ну, тут далеко некрасиво, мы у себя повесим. Перезвоны. Наполни свой мир музыкой. Давайте только телепорт отнесем. Куриц и это самое все. Звездное украшение. Я думаю, что мы с вами будем украшать елку в Шустрой долине. Так что давайте мы... Так, что мы тут будем украшать? Давайте выберем елку и будем ее украшать. Вот, тут вот есть елки. Вот давайте пониже, которые... Вот эту елочку давайте украсим. Тут есть, конечно, елки, которые я ставила. Вот эти, по-моему, да, я ставила елки. Но они какие-то щупленькие. Поэтому мы с вами возьмем. Ой, как красиво. Вообще шикарно. Я думаю, мы с вами, короче, украсим ель. Вот эту поменьше, которая. Тут есть побольше, но я до самого верха не хочу лазить. Вот мы маленькую украсим елочку. Вот. Игрушечка.
Алле. Чего она под елку кинулась? Ну, а так не прикольно, походите. А перезвон тоже будет под елку прыгать? Какая-то неправильная елка. Подожди, а на этой тоже так будет? Она маленькая. Она маленькая вот эта. Сейчас мы будем сакуру украшать, короче. Ой, там дрон. Ладно, походу у них всех такая листва, проходящая сквозь. Тогда мы будем украшать вот эту все-таки. Тогда мы будем украшать лимонное дерево. Окей. Вот. Давайте лопнем тогда, наверное. Или ладно, перетаскаем перезвоны. Просто еще ж... Давайте сначала все-таки сходим в шестый покров, лопнем этого товарища. Тут порты валяются, никому не нужны. Раскидываю тут все подряд. Короче, лопнем города. Вот этот портал, если что, сутки должен быть открыт. Поэтому мы успеем перезвоны забрать, не переживайте. Гляньте, они разбушевались, а? Нас что там, не кормят, что ли? Раскидали по всей этой самой. Хулиганьё. Ладно, давайте... Чё у нас тут? Ничего? Да, тут у нас вообще пусто. Еще есть украшение снежинка. Да, в гордо, в праздничном сегодня звездочки и снежинки. Представил круглый Майнкрафт. Сейчас, короче, гордо лопнем праздничного, а потом перетаскаем перезвоны. А портал у нас... О, вот он крылся, возле дома. Давайте, наверное, курица ставлю лучше. Ой, сказала я и оставила ягоды. Где курица ставим, а возьмем что-нибудь обычного. Там 10 чего-то надо, да? 9, ну все, хватит, короче. Накормим сейчас кордом в шестом покрове. Ладно, пойдем так. Можно было через заросли, но ладно. Тут веселуха. Пати-хат. Кстати, вода. Сказала я и выкинула воду. Сюда, может принести сюда кучу слайм, и пусть они играют музыку. А я не уверена, что они ее будут играть. И я в любом случае хочу перетаскать их куда-нибудь ближе к дому. Но можно, да, можно эти перезвоны оставлять в тех местах, где как бы мерцающий слайм останавливается, и тогда они вот будут в... Они, ну, вы видели, там достаточно красиво располагается все. Так, это симпатично. Вот. Ой. Не то. У меня тут тоже местное это самое украшение. Я вообще хочу перезвоны на елку повесить. Да, я это самое. Я дико извиняюсь, а в шестом покрове сегодня где? Слайм. Ой, это гордо. Я не помню, на каком месте он тут спавнится. Тут где-то наверху, по-моему.
Он, по-моему, в локациях на одном месте все время, да, вот в этих? О, снежинка. И звездочка. Звездочка и снежинка. У меня будет самая красивая елочка. Все? Все? Я не пропустила? Вроде не пропустила. Окей, го домой. Вешать наше бухайство. Курочки. Сколько будет эти стрим? До 4 часов я обычно играю по субботам. Звук прыгающего слайма напомнил мне звук прыгающей из бутылки пробки. Может быть. Короче, сейчас пойдем украшать елочку сначала вот этими украшениями, потом перетаскаем перезвоны, а потом, может быть, еще будем искать эхо в руинах. Тут можно много чем украшать елочку. Жалко, вот снег не выпадает. Если бы еще и снег выпадал, было бы вообще замечательно. Так, ты у меня тоже отлыниваешь? Боже, мне просто... Пасихат вечная. Так, елочка, холодно зимой. И лесу елочку взяли мы домой. Пам-парам. А, пока кто уходит? У меня будет красивая елка, сказала Тома Фаси, повесила сквозь елку шары. Но я сейчас буду стараться не сквозь елку шары вешать. Но я не обещаю, что у меня будет получаться, конечно же. Вот, тебя будем пытаться. Вешать хотя бы на видное место. Мне это не совсем на елке. Все, а теперь вам знакомо то чувство, когда вы не достаете до елки? Как ее наверх вешать? Сейчас я залезу куда-нибудь. Как-нибудь. Вот так, наверное. С разбегу. А золотую мы на макушечку. Что-то мне кажется, она не совсем на макушечке. Ну, она так, короче, где-то около. Отсюда не видно золотой. Вот это классный, да? Ща я, короче, вы думали. Все будет просто? Я достаю. Слишком высокая елка. Надо, короче, с той стороны его вешать.
вам развлечение, повесить золотой шарик на елку. Надо вот с этой стороны, чтобы он был. Сейчас попробую, короче, в прыжке. Ай! Мимо. Что может быть замечательно наблюдать, как Том мучается с елкой? Так, теперь нам надо облететь и с той стороны пульнуть. Сейчас попробуем. А! Почти. Дубль два. Сказала, я упала куда-то вообще. Да! Короче, не судьба нам повесить шарик на золотую елку. Золотой шарик на елку. Может быть, с дерева? Такой пыньк. Ну, почти. Народная забава. Паркур елки, да. Тогда проще вообще елку не убирать. В прошлом году вообще в сентябре, в ноябре поставили. Я еще не ставила, я ее снять хотела. Я ставлю елку в этом. Ладно, все, пускай там висит, короче. Это такой вот секретный золотой шарик. Почему я не могу прямо взлететь? Я напоминаю себе Винни-Пуха, знаете, который такой. Ладно, отдайте мне мой золотой шарик. Еще и со снежинкой. Все, последняя попытка. Не получится, и черт с ней. С ним. О! Ну почти. Это лучшее, что я могу, поверьте. Поверьте мне, это лучшее, что я могу. Окей, кривенько подойдет. Все, пошлите за перезвонами. Сделать, что ли, фонтан из шариков? А высветилось только 5. А, да, Блиссер, там вы в чатик можете как подписчики сколько угодно скидать смайликов, я их увижу, но в чат высветится только 5. Потому что просто если их бесконтрольно делать, то я видеть тогда чат не буду. Так. Мы собираем соль. Боже. Сюда еще? Боже мой. Вот это у них тут весело. Я даже не знаю, что тут можно пройти. Так, перезвон Ляди Ес, это... Ты не Ляди Ес, да? То есть их тут... они обычные, еще диезы. Вот это у нас, короче, веселуха. Короче, мы собираем солнышки с кружочком и огонек с кружочком. И звездочку без кружочка. Сердечки. Боже. Все, я все собрала. Нет.
или звон фа. Так, давайте еще раз проверим. Так. Пам-парам-парам. Маленькой елочки, холодной зимой. Я уже пела сегодня, да, по-моему? Все, эти все, да, короче. Относим. Веселуха, да, такая? Бегаешь, собираешь, как идиот. Тут эти с мечами летают. Мне кажется, тут игрушек хватит на две елки. Милая пони, милая пони. Толян, пока, приходи в понедельник. Все равно красиво. Хорошо. Вот. Короче, вешаем наши перезвончики в елку. Ну ладно, как повесится, короче, уже. Черт бы с ними, с этими елками. Ты знаете, тоже я когда елку украшаю, так сначала начинаешь так, чтобы красиво было как-нибудь так аккуратно, а потом. И так сойдет. Это вообще не на елку было. Топ, два подряд. И прикольно. Типично я, когда украшаю елку. Эти две елки украсим. Вообще из этих перезвонов надо делать звуки, а не елки украшать, на самом деле. Поэтому я их использую не совсем по назначению. Елки можно украшать этими самыми. Как их называют? Эхо, игрушками. Это я как маньяк не то использую. Ладно, тут другие цвета повесим, в общем. Мне дико не хватает стремяночки. Обычно стоит в углу, ее тупо спереди украшены, и все. А теперь, если прыгнуть на елку, она зазвенит. Ну да. А потом мы, короче, из оставшихся будем этот самый выкладывать собачий вальс. Его больше я ничего не помню. Мастер паркура Тома. Ну что такое? Так и как гимнаст такой. Раз-раз, размялся. Ну, я же долетала. Правда. Можно посижу тут в уголку и поплачу? Очень хочется. Складировать оставшиеся. Ладно, я еще раз. Можно куда-нибудь сюда запаркурюсь? Нам до елки не долезает. Плохо тут нельзя, как в Майнкрафте, знаете, такие себе делать какие-нибудь вспомогательные штуки. Окей, ладно, давайте остальные просто сложим.
Так, стоп. А... Вот. Окей. А то я тут буду долго одни цвета распределять. Хочется и другие забрать. Тома Снайпер, домик из грязи, да. Кстати, да, записали мы с крысом весь Майнкрафт. У нас вышло 12 серий. Если что, дальше мы будем на стримах уже. Вот, и... короче... причем мы будем на моем канале это делать. Ну, у Криса, соответственно, рестрим только будет. Трансляция. Вот. И... что хотела сказать? Короче, ну вы сначала досмотрите, потом напишите, типа, нам тот же мир продолжить или новый начать. Ну, не Adventure Time, а обычный. Ой, лужица. Привет. Так, что у меня там еще не забрано? Так, луна. Луна, звездочка. Ты не забираешься? Еще огоньки, сердечки. Господи, тут целое это самое. Пока... Курица такая, что это было? Курица такая на меня выпрыгнула. Так. Ну, красивые, да, такие штуки? Какая-то непонятная штука. Окей. Так, в любом случае, эти все забрали, кажется. Будет забавно потом, что какой-нибудь не соберешь и такой, опять бежать. Почему на оба канала стримит для каждого со своей камеры? Мы сидим перед одной приставкой. Одна приставка, один компьютер. Ну, у него приставка через плату видеозахвата к компьютеру присоединена. Мы будем на его компьютере, но стримить на мой канал. С одного компьютера на два канала стримить нельзя. Знали бы вы, сколько раз я за это время отвечала на вопросы, почему мы играем на двойном экране, а не каждый на своем. Я уже устала это объяснять. Потому что... Хотя мне кажется, так удобнее, честно. Вряд ли вот кто-то реально смотрел два взгляда. Сначала с одного канала, потом со второго. В лучшем случае, либо два сразу включали, либо это самое. Ой, какая классная елка получается. Потому что... Я хочу вот сюда куда-нибудь. Мне на эту елку веточку ничего вешаться не хочет. Мило. О, нет. Ну ладно, пускай висит. Как мило. Елка украшенная снизу. Так, у меня уже шарики другие полетели, да? Класс. Сейчас. Попробую запаркуриться. Поправлю. Ну серьезно, что такое? Ну я же в начале стрима сюда забиралась без проблем. Я смотрела для взгляда. Я два видео включала, звук оставляла одного. Ну так то же самое, что вот вы два взгляда включали. Как бы, а какая разница, два монитора смотреть или это самое? Ну, в плане,
Народ пишет, что на разделенном экране типа неудобно, типа у них глаза разбегаются. Ну так никто же не говорит, что надо смотреть сразу в два экрана. Ну что? Я же забиралась. Ну, меня бесит. Что у меня там криво? Вот эти снежинки. Где? Ты вообще сбоку были, да? А снежинка где? А. Окей, сердечки и огонечки остались. Слушайте, а красиво получается? Я смотрела, когда вы играли в Lego World, то все норм. Сейчас смотрю Майн, и все норм. Спасибо. Я пытаюсь на заборы потом туда, но я кривой. Я подряд смотрела, взгляд сначала тебя, потом Крису. Это, наверное, сложно. Гениально стримить на другой Twitch. Но в плане, просто мы будем стримить, ну как бы рестрим все равно будет на крисовский Twitch, а на мой будем изначально стримить, потому что как бы я собирала на игру, и мои подписчики собирали на эту игру, соответственно, им приоритет отдается. Кто скидывался, там и приоритет. Вот. Ну как бы, я думаю, это честно. Я так и знала, что какую-то звездочку мы не дособерем. Ладно. Ща, короче, сначала соберем сердечки еще. Ты кто? Вот, сердечко, наконец. Это не сердечко. Так, что у меня тут еще не собрано? И в лоб мне просто. Что я не собрала? Там одна звездочка, да, болтается только. Одинокий звездочка болтается. Все остальное я собрала, да, вроде? Ну, окей. Помнишь, вы стримили Ниндзяго, где оно сейчас находится, ни у тебя, ни у Криса нету? Можешь посмотреть мою группу ВКонтакте. Там по альбому можешь посмотреть, только если там, потому что мы ни на YouTube никуда не загружали, и Лего очень ревностно относится к копирайтным правам, и мы просто не можем на YouTube это загрузить. Оно просто блокируется сразу во всех странах. Вот. Поэтому мы загружали изначально только ко мне ВКонтакте группу, и я не уверена, оно там живо или нет. Можно поискать. Какая у меня хаотичная елочка. Ладно, пускай висит. Я просто буду сейчас снимать и сниму тут все на свете. Ты умеешь танцевать? Я не очень. Так. Вот. Сколько у нас времени, кстати?
В общем, мне очень понравились эти перезвоны. Вообще няшки. Я думаю, мы еще сейчас можем сходить эхо поискать. До полного, так сказать, антуража. Особенно вот эта елка у меня очень классно украшена. Это не хаос, это творческий беспорядок. Сколько у нас с Крисом лет разница? Я не могу об этом говорить. Это включает не только мою личную информацию, поэтому я не могу на этот счет распространяться, к сожалению. Мой возраст вы все знаете, он указан в профиле. В смысле, год рождения указан в профиле. Крис чуть-чуть старше. Насколько конкретно чуть-чуть, не могу сказать. А! Ой, почти. Понятно. А короче, теперь можно так. Какофония. Перезвоны, перезвонистые. Ну да, примерно так обычно выглядит моя елка. Полный беспредельный беспределье. Пойдемте заберем тот несчастный этот самый. А потом мне вот эти ветра всю мою елки снесут, конечно. Да? В один прекрасный день я приду, а у меня все перезвоны по всему раскиданы. Вот я просто больше чем уверена, что мои елки недолго будут такими, в кавычках, красивыми. Пойдемте звездочку заберем и сходим эхо еще поищем. Я сегодня ничем таким больше заниматься не планировала. Уже все высохли. Вот. Так, нет, не тот портал. Вот этот портал. Так, где моя тут? Во-первых, у нас тут куча плортов. Во-вторых, звездочка. В-третьих, я хочу есть. Серьезно. Я только поняла, что я уже голодная. Хотя перед стримом вроде обедали. Все эти самые соки из меня. Я был подписчиком Twitch, но утратился, пишет Олег Захстар. А, по поводу рекламы? Ну да. Сейчас у вас часто выскакивает реклама, потому что сейчас декабрь. Я уже объясняла, сейчас и на Ютубе, и на Твиче очень много рекламы, потому что конец года, и все свои рекламные бюджеты спешат освоить и все, короче, слить. Вот, поэтому сейчас везде много рекламы показывается. Не переживайте, в январе ее потом зато совсем не будет. Вот. Пожалуйста. Все. Что там? Еще 20 минут есть эхо поискать? Все. 15 минут. Ну, пойдемте так в предбаннике посмотрим, если найдем эхо. Ну, в принципе, мне мои елки нравятся. Они очень няшные. У меня там еще какие-то перезвоны остались, ну ладно. Да, очень мимимишные елки. Собираю жетоны на Cloud Kicker. Да, я уже собираю жетоны на Cloud Kicker. Начала перед стримом.
Заодно медовых собери. Мне кристальных бы собрать. Да и медовых, конечно. Просто медовые там на конкретной поляне, на нее надо в сторону идти. У меня вот... Да, мне медовых мало и кристальных мало. Нет, четверо пока. Просто медовые там надо в глубин шестого покрова идти. Вот. Пока, котик Маша, мы тоже скоро заканчиваем. Сейчас еще минут 10 побегаем. Короче, вот, я, наверное... Ну, я не знаю. Если я еще буду заходить в Slime Rancher вот в этот период, пока будет доступна эта штука, я, наверное, эхо, в смысле, перезвоны забирать не буду. Ну, в смысле, ну, как бы, я их скорее оставлю на том месте, где есть. А может быть, и не оставлю. Если вы играете, можете написать, вы их оставляете или переносите куда-нибудь в хранилище. Потому что я даже не знаю. С одной стороны, они очень красиво располагаются и жалко трогать. С другой стороны, если захочешь потом делать мелодию, то портал вот этот удобный только один день работает. Потом как бы надо будет пешком все это носить. А их вон сколько много. Ну, в плане перезвонов. Вы видели там. Сколько? 4, 4, 8. Короче, что-то дофига их. С один раз все не унесешь, поэтому надо несколько ходок бегать. Что как бы не очень. Медовый. Почему я могу сказать? Потому что я не могу говорить личную информацию других людей. Это касается не только Криса. Ну, в плане, если человек хочет, он сам это говорит. А если не хочет, то как бы, ну, другой человек об этом как бы, ну, не особо имеет право говорить, наверное. Это разглашение персональных данных. Стоп. Давно я не была тут. Выложу сегодня еще серию Майнкрафта. Крис пишет. Вот видите, он бдит за вами. Как ты быстро собрала жетоны на поня? Почему быстро? Я только сегодня утром дособирала, ну, на поня, ну, на первого, на Оука. Я бы не сказала, что это было быстро. У меня две пони собирали. Ну вот за сколько? За пару дней они дособирали. А вот это мы открывали с вами, я не помню. О, мы до сих пор карту тут не открыли. Вот это я лох. Кстати, я до сих пор на этом участке карту не открыла. Вот это надо так уметь, да? И что-то эхо я не вижу. Может, подождите, а днем они появляются? Вообще появляются, по-моему. Чуть ни одного эха не вижу. Буду без эха. Эхо это такие светящиеся кругляшки, если что. Фонарики такие. О! У меня вообще ничего нету. Можно я тебя всосу? А, это квантовый. Тут, я думаю, это золотой, это квантовый. Целый вагон. И маленькая тележка. Кстати, да, это плохо, что у меня вообще в карманах ничего нет. Давайте хотя бы курицу возьмем. А то если золотой или этот самый выбежит. Мяуровый. Снежинка. Шастаю по каким-то канализациям. В общем, в следующую субботу у нас не будет игровой части. У нас будет расширенный стрим новостной-подведение итогов года. Я постараюсь сделать топ релизов, ну, игрушек. Плюс, наверное, где-нибудь перед стримом я... это клубника. В группе сделаю, наверное, какой-нибудь типа пост, где можно будет задать вопросы
О, вот желтое эхо. Ура. Одно эхо мы нашли. Короче, какой-нибудь пост, в котором можно будет задать вопросы, на которые я отвечу. Ну, короче, чисто разговорный стрим без игры. Вот. Так что можете готовить заранее ваши вопросы. О, золотой столько выкинула курицу. Вот слушайте, вот это западло, да? Я только выкинула курицу, а вот тут золотой слайм вылез. Зараза такая. Ну и в баню вас. С вашими этими самыми. Потом есть эхо. Ладно, у нас будет одно памятное снежное украшение. Наверное. Эхо или снежное украшение? Эхо или снежное украшение? Ну, просто снежное украшение не уйдет никуда. Давайте я его повыше оставлю. Тут, допустим. О, еще. А это. Так, где оно тут было? Все, да? Больше нет эхов. Эхов. О, как дела? Норм. Возможно, в субботу не приду. Но я понимаю, как бы, Новый год, все дела. Говорится, я бы тоже, может быть, не пришла. Но я приду. Неожиданно. Крыс, смотрю, кого забанить. Твое хобби, да? А следующая суббота рабочая, я до двух должен буду быть там. А, точно, слушайте, у вас же рабочая суббота. Ну, я подумаю, может, это попозже, может... Ну, короче... Даже не знаю. Потому что имеет ли смысл делать попозже? Потому что дел-то все равно, кроме работы, дофига и больше. Сейчас мы через пустыню вернемся. На новогодний разговорный стрим. Это интересно. Вспомню, прошлогодний тогда прям судьбоносный был. Ну, не сказать, чтобы он был судьбоносный в итоге. Потому что заканчивалось тем, что я и на Ютубе все делаю, как делала, и на Твиче. То есть, как бы... Я-то хотела... Ну, короче, ладно, обсудим это на следующем разговорном стриме. Чем это все закончилось? Как говорится, что хотели и что получили. Ха-ха-ха. Кактус, который пырится. Все, сейчас вернусь к себе домой, повешу огоньки и на этом будем заканчивать. В общем, слаймики тогда, ну, я не знаю. Мне кажется, теперь буду, наверное, стримить только когда будут какие-то новинки, потому что там обещают большое обновление про Викторов через какое-то время. Вот, потому что, ну, как бы, хозяйство уже вроде, насколько могла, я его автоматизировала. Если так можно сказать. Вот. Тут у меня эхи есть, давайте повесим там эхи, где елки. Эхи. Эхи вздохи.
Чё тут еще? Мои елочные игрушки висят? Неужели еще висят? Давайте вот над входом повесим. Потому что если я буду их на елке их вешать слишком мало. Ну, почти. Вот. Короче, я пытался. Кому не нравятся мои новогодние декорации? Нашелся тот, кого хотел Крис забанить. Ну да. Короче, мне моя елка нравится. Все. Ничего не знаю. Моя елка классная. Сохранить и выйти. Я думаю, ну сегодня хватит нам. Слайд. Вот. Какой-то бот кинул рекламу ссылку. Ничего необычного. Понятно. Если еще вопросы, можете спросить. Если не будем заканчиваться. Заканчиваться будем. Не надо попозже. Хорошо, не надо попозже. Да, на прошлом стриме мы новогоднем объявили, что мы будем стримить на Твиче. Ей, подарочки и шарики. Эхо просто светится, это просто огонек. Охота за спамерами. Ты танцевала, медляки? Дэн Бармен, естественно, я танцевала, медляки. За кого ты меня держишь? Не, я на самом деле в анимешном клубе танцевала не только, ну, в смысле, в анимешном клубе мы ставили кей-поп танцы и танцевали всякие в сценках там типа вальса и прочее, прочее. Я умею ее танцевать, только плохо. Вот, все, давайте заканчивать. Значит, что у нас сегодня было? ДНС, Толян, спасибо за донаты, Мари, спасибо за продление подписки. Если человек еще, который не ушел, который на Яндекс кидал, тоже спасибо. Я проверю в этом самом сообщение через кошелек. И... Я помню твой танец, как это прозвучало. А, может быть, который на день рождественском стриме показывал. На дискотеках школьных. Ну, естественно, господи. Конечно же, я была школьником, у нас были дискотеки, и мы там танцевали, в том числе и метляки. О чем вы говорите? Ладно, давайте заканчивать. В общем, всем огромное спасибо. Смотрите, идите Майнкрафт. Там, особенно под конец, там будут очень эпичные серии. Там, где вот 11, 12, 10. Там вообще просто в конце там такой эпик попрет, честно. Но это будет на той неделе. Вот, ну хотя ближайшие серии тоже достаточно забавные. И увидимся с вами в понедельник на Звезде. И дальше расписание будет в понедельник, я думаю. Вот. Всем пока-пока.